Закон для призывников, который упростит выбор военной специальности, внесла в Госдуму Ирина Яровая. Теперь в военкоматах будет учитываться допризывная подготовка молодых людей, полученная в таких организациях, как, например, ДОСААФ. Согласно проекту, призывники смогут использовать знания, профессиональные технические навыки, которые они приобретают в спортивно-военных секциях при получении довузовского образования. Такая подготовка будет учитываться призывными комиссиями как первичная специальность при определении вида и рода войск Вооруженных сил России, в которых они будут проходить военную службу. Как подчеркнула вице-спикер Госдумы, принятие законопроекта, поддержанного Министерством обороны, будет способствовать развитию военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.